Мадлоба. Я хочу сделать так, чтобы было видно только белое. Смотри, они прям как в сказке, такие для Нового года. Хорошо, что мы подъехали. Да. Я бы не полезла уже после. Да, ну бы, конечно, этот... Как дела? Кидя. Кидя. Очень красиво. А тут сразу весь туман быстро опустился, да? Да, мы в облаке прям были. Моментально, он только такой сижу, поднимаю голову, такой... Это 300, они играют в футбол 300. Эти дать проверить там. Эти там у нас дать проверить. Гора понравилась. Мы на флаг залезли. Представляете? Вообще ничего не видно. Вообще, как мы домой ехать будем вниз? Это интересный вопрос. Подожди, так красиво стоишь? Ух ты, как музей, знаешь? Слышишь, Настя, иди сюда. А? Здесь снизу коровник. Да. И они спускают еду им, и молоко поднимают сюда тоже. Ага. Типа сразу на кухню. Это кухня? Это китчен? Кухня. Обалдеть. That's something for milk. They are putting Коров, milk, да? Inside. And from here... homemade kaimari, which we call, are coming from here, the milk without any fat, and then they are making cheese from this milk. А где плита?
Here is. А, вот, лета, вот, вот она. Ух ты, класс. It was my bed always. I was sleeping here. Инструмент даже, смотри, как это... My grandpa is... А тут тоже корова? Господи. Cows, yes. So in the morning sometimes... Оно теплее получается. Yes, смотри, они вот здесь, вот даже корова. У меня тоня сейчас здесь, вот Это здесь grandmother sleeping? Это здорово. Так и сын ваш был в службе, по-моему, да? И сын служил в службе. Джамал тоже был. Мадлоба.